Друзья, всех вас приветствую на моем YouTube-канале. Меня зовут Артур Романов. И в этом видео мы с вами разберем матч национальной хоккейной лиги, где встречаются Сент-Луис и Колорадо. В данном видео я, как всегда, буду максимально краток, быстро оглашу свои мысли и оглашу в конце свой прогноз. Ставить или нет, решать вам, думайте своей головой и не забывайте о том, что в мире ставок всегда есть доля риска и нужно грамотно распределять свой баланс. Итак, поехали. Что касаемо данной встречи. Обе команды сейчас находятся далеко не в самой лучшей форме. И Сент-Луис, и Колорадо могут показывать намного лучшие результаты, намного лучше свой хоккей, но вот на данный момент мы видим, что как у одной команды, так и у другой результаты далеко не самые хорошие. Что же касается самых текущей формы, то в 5 последних играх обе команды пропускают очень и очень много. 26 пропущенных у Сент-Луиса, 23 пропущенных у Колорадо. И да, они забивают, но пропускают намного больше, что, соответственно, им и не дает достичь какого-либо результата. Если с Колорадо все плюс-минус понятно, у них сейчас действительно очень много травм, то вот с Сент-Луисом есть какие-либо вопросы, да, хочется понять, что случилось с командой, но надеюсь, что это просто некий спад, который в скором времени пройдет, и они вновь смогут показывать свой хоккей, который они уже показывали нам до этого. В любом случае, данное противостояние, мне кажется, получится очень интересным, очень зрелищным. В обороне проблемы есть у одной и другой команды, а вот в атаке, в принципе, обе себя хорошо проявляют. Поэтому Total 6 больше, на мой взгляд, здесь выглядит очень и очень неплохо. Именно на это и будет моя ставка. Поставить вместе со мной на это событие вы можете в букмекерской конторе «Деньгставка». Я лично ставлю в этой БК, рекомендую каждому, потому что она обладает максимально широкой линией, высокими коэффициентами, и эта БК максимально надежна. Она является легальной на территории Российской Федерации, соответственно, вы в любом случае сможете свои деньги ввести и вывести без каких-либо проблем. А введя промокод при регистрации, еще и получите удвоение первого депозита. Ну и, конечно, не забывайте оставлять комментарии, подписываться на мой телеграм-канал, ссылка будет в описании. Это телеграм-канал специально для Ютуба, для того, чтобы я там проводил разные опросы, задавал вам вопросы, может, что вам интересно, что вам хочется, что не хочется. Поэтому обязательно присоединяйтесь, чтобы у нас с вами был какой-либо коннект, и мы с вами вместе двигались по ставкам. В любом случае, ребята, ссылка в описании, кому интересно, переходите. Ну и также не забудьте поставить палец вверх, нажать на кнопку подписаться, чтобы ничего не пропускать, ну и также колокольчик, чтобы все уведомления до вас доходили. С вами, как всегда, был Артур Романов. Всем желаю удачи и всем пока.